Дорогие друзья, здравствуйте! Очень рад сегодня вас приветствовать всех на нашей Жигулевской земле, здесь, в Ширяево. Мы все вместе здесь, под эгидой спорта, под эгидой здорового образа жизни, проводим такой замечательный фестиваль, который проходит на нашей земле уже 31 раз. Подобного марафона, с такой красивой природой, с такой сложной трассой, нет, пожалуй, в России. Я желаю всем побед. Спасибо, что вы сегодня с нами. Следуя доброй традиции, абсолютные победители экологического марафона вместе с партнерами спортивного мероприятия высаживают саженец рябины. Благодаря ребятам на аллее победителей в селе Ширяево посажено еще одно деревце, которое будет радовать жителей и гостей села своей красотой. Спортсмены и дорогие друзья,
мы начинаем церемонию награждения 31-го экологического марафона «Самарская Луга». И победитель 31-го экологического марафона «Самарская Луга», который преодолел дистанцию 42,2 километра за 2 часа и 45 минут, Николай Мерзляков! Николай уже 15-й раз участвует в экологическом марафоне и постоянно находится в призах. И это 31-й для нас и 16-й для него также не стал исключением. Давайте искупаем аплодисменты абсолютных победителей и призеров 31-го экологического марафона «Самарская Лука». А теперь давайте искупаем аплодисменты абсолютного победителя 31-го экологического марафона «Самарская Лука» Дарья Неделькина! За 3 часа 15 минут и 48 секунд ей понадобилось сегодня, чтобы пробежать 42,2 километра. Ну посмотрите, какие красавицы сегодня здесь собрались на самарской земле. Все расширяю. Огромное спасибо за то, что сохраняют этот уголок здоровья и красоты для нас. Спасибо Национальному парку «Самарская Лука» и нашим дорогим партнерам.